Благоустроить двор, сделать спортивную площадку — с такими просьбами обращаются жители 8-го микрорайона Загорка к представителям общественного совета. Любовь Корчашкина пришла узнать, когда без ремонта в подъезде многоквартирного дома. Ну, наверное, как дом построили, сдали ее, и ни одного раза, мне кажется, ремонта не было. Это как? Хотелось бы, конечно, узнать, когда могут сделать нам ремонт в подъездах. Встречи с жителями проходят в каждом микрорайоне города. Теперь с помощью общественных советов жители могут быстрее решать проблемы их конкретной территории. Главное, поясняют общественники, самим сделать для этого первый шаг. Мы за вас ничего не сможем сделать, пока вы не проявите инициативу. Проявляйте инициативу, мы вам поможем, подскажем. Вместе с вами пройдем все ступени, чтобы вашу проблему решить. Но без вас мы ничего не сделаем. Все просьбы жителей, которые поступили в общественный совет, возьмут в проработку. Ни одно из предложений не останется без внимания. Марина Кравцова, Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.